Сегодня супер рубрика «Интервью со звездой». Есть специальная передача, она называется «Лицо с обложки». Добрый вечер! Добрый вечер! Очень приятно. Добрый вечер, прекрасно выглядите. Спасибо, чего не скажешь о вас. Спасибо. Импровизация – дело тонкое. Присаживайтесь. Хорошо выглядите, это правда. Спасибо. В эфире программа «Жизнь замечательных, но никому не известных популярных людей». К сожалению, да. Я ведущий Герман Асфалота. Очень приятно. Это видно. Да. И сегодня у нас в гостях певец Никита Алексеев. Да. Все правильно. Все верно. Спасибо. Про Никиту известно мне очень мало, поэтому свой рассказ о нем я буду строить исключительно на догадках. Хорошо. В то время, когда Украина переживает Извини. Все в порядке. Извини. Это я зеваю. Я вижу. В то время, когда Украина переживает экономический кризис, когда страна ослаблена и обескровлена, пользуясь тем, что угрозу ждут с Востока, в нашем шоу-бизнесе появляетесь вы. Пока все правильно? Пока все верно. Хорошо. Да. Никита. Да. Нет, ничего, я просто напоминаю людям, да, как вас зовут. Спасибо за рекламу. Итак, недавно ваш клип на песню «Пьяное солнце», правильно? Да. Набрал в Ютубе аж 20 миллионов просмотров. Я вас поздравляю, браво. Спасибо большое. Спасибо. Наконец-то хоть кто-то смог обогнать колумбийскую ведущую, у которой в прямом эфире вывалилась титька. Но вернемся к миллиону просмотров. Это приятно. Это ваш успех, да. Да, это успех, это браво. Скажите, это как-то связано с тем, что в последнее время начали взрываться Samsung Galaxy 7? У меня другой телефон, не знаю. А какой? iPhone. Богатый Никитка. Ну, поговорим о вашем творчестве. Скажите, Максим. Я не Максим. Хорошо, скажите, не Максим. Первую свою песню вы написали, по моим данным, Википедия, да, в 16 лет. Ну, практически, да. А во сколько? В 12. В 12? Да. Господа. Спасибо. В тот момент, когда все ваши сверстники начали пить. Ну, практически, да. Курить, пробовать наркотики. Да. То есть, в отличие от вас, вредили себе, а не людям. Да. Да. Вы занялись шоу-бизнесом. Ну, сначала музыка, шоу-бизнес уже потом. Это потом, это приходит с годами. Пока у тебя только две песни, правда? Планируешь записать альбом? Нет, уже значительно больше. У нас скоро премьера альбома. 29 ноября. 29 ноября, 29 ноября. Альбом? Да, да. Сколько там будет песен? 13. Все разные? Абсолютно. То есть у тебя жалости нет, хорошо? Не в моих правилах обижать гостей. Но, как говорится, на то они правила, чтобы их нарушать. У вас очень много поклонниц. Очень. Юного возраста. Это правда. И даже очень юного. Возможно. Возможно. Будем откровенны. Речь идет о возрасте, когда еще не сформировался мозг. В связи с этим вопрос. Никита, каково это понимать, что вы нравитесь людям, которых веселит слово «многочлен»? Но ну, всех оно когда-то веселило. У вас еще не прошло, да? Ну что ж, господа, наше интервью близится к завершению. Это должно радовать нас обоих. Последний вопрос. Я прочитал, друзья, текст песни и слушал за кулисами «Пьяное солнце». Кто прослушал, кто был очарован, собственно говоря, харизмой Никиты, я процитирую. Мимо нас люди и птицы. Они летят, чтобы все-таки разбиться. Да, так там есть. Ага. Убей меня потом, но не сейчас. Собственно, вопрос, а когда?
Друзья, у нас в гостях скоро замечательный, очень популярный Никита Алексеев. Браво! Ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Ну и, конечно, не в гостях Владимир Зеленский.